замерзли с треском небеса и с воем ринулись оттуда, срубая головы церквям и славя красного царя на мои бледные иуды. Я из Кабинга. Откуда? Крым, Ялта. А, понятно. А ты откуда? Харьков. А, ты харьковский? Да. А что у тебя с стороны России? Что у меня? У тебя с твоей стороны России. Ну, VPN стоит. У меня... Ну, либо ты пиздишь, либо ты, блядь, шулер, ну. Пристань за себя. Ну, мало ли, я может, российскую симку использую. Когда российскую симку используешь, она показывает, что она показывает Россию. А у тебя что Украина стоит в таком случае? Крым украинский, что? А, так ты реально с какого города? Ну, честно скажу, все понял. Честно скажи. Люблин. Люблин. Польша, да? Нет. Харьковская область. Нет такого города в Харьковской области. Он за пизде, блядь. После Сумской области какой город есть? Маленький такой. Лебедин? Это в Сумской области, может быть. Какой? Лебедин? Это Сумская область. Нет. Харьковская область. Еще раз скажи свой город. Харьковская область. Я себе сказал, Люблин. Да нет такого города. Я Харьковскую область знаю, как свои пять пальцев. Да есть город, в Сумской области есть город такой маленький. Есть. Какой район? Сумской район. А, вот. Врёшь ты. Из Сумского района в Харьковской области идёшь. Знаешь, такой город Люботин. Вот Люботин, это другое дело. Видишь, Люблин. Вот. Так я тебе объясняю. Есть такой городочек Люблин. Есть. Городочек Люботин есть, это на запад. Электрички ходят до Люботина. Маленький. С трех вокзалов есть. Причем. Послушай. Хуторок есть, я тебе говорю. Люблинской области. Ну, маленький хуторок. Ладно, что-то какой-то области уже забрался. Ладно. Троллингер если никакой. Здесь, на этом перекрестке. Вы разговариваете в рулетке? Или вы заняты? Разговариваю в рулетке. Ну, ясно. Здравствуйте. Вы откуда, если не секрет? Из Украины. Да что это за ответ? Город какой? Ну, из-под Харькова. Какой город из-под Харькова? Да какая разница? Да большая разница. Какой город, спрашиваю? Ну, Змеев, Балаклея, Люботин, Мерефа. Что, трудно ответить, что ли? Я живу в Одле. Ну, где, Писачин, что ли? Или что? Ну, какая тебе разница? Ну, нет разницы, ладно. Я вижу, не намерен беседовать. Вопросы есть какие-то? Отвечу. Я даже не знаю, кто ты. А, ну так я понял. Да. Ну вот, к неизвестному лицу есть вопросы? Ты что заходишь в рулетку, тут никого не знаешь, как правило. Кроме тех, с кем встречался. Ты за... россиянин? Ранее. Я украинец. Ты россиянин? Я канадец. Что, не видишь, Эль? Вон у меня флаг. Украинец. У тебя стоит значок. Россия. Ну, значок Россия, VPN, что ты дальше, что? А сам откуда ты раньше? Я-то из Харькова, а вот ты, я хочу тебя проверить. Из Харькова ты или придуриваешься? Поэтому я говорю, назови город. Я тебя проверю по географии. Город называй, что как барана на ворота смотришь? Или ПГТ, что там у тебя, район хотя бы. Я ж не спрашиваю тебя адрес. Извини, дружище, но я свои данные не даю. Да я тебе данные не спрашиваю.
Ты район можешь сказать хотя бы? Харьковской области какой? Змеевской или там Чугуевской или Дергачевский? Что, трудно сказать, что ли? Я ж тебя по району не найду, если так боишься. Я не боюсь ничего. Ну хорошо, не называй, закрыли вопрос. Сыж, значит. Мало ли что, как дальше, дальше выяснится. Ты а что в рулетку заходишь, на какие темы беседуешь? На тему? Да. А мне интересно, ты харьковчанин, да? Да. Раньше был. Родился в Харькове, наверное, да? Ну, родился в Харькове. Дальше что-то, задавай вопрос. А ты в курсе дела, что сейчас в Харькове происходит? Да, к сожалению, Харьков утюжит. Мне это очень не нравится. Причем две стороны, как российские войска, так и ВСУ. Ну, неважно. Знаю, короче, да. Еще вопросы есть? А ВСУ как утюжит? Ну, вот так, посмотри. Это, зайди на харьковские форумы. Специально это никто не бомбит, когда они мажут, попадают в мирное население. Ну, мне кажется, они специально вчера стреляли кластерными ракетами. Кого? Население мирное? Конечно. А какой смысл обстрелять мир? Это же не Киев, не какие-нибудь киевские, винницкие ебеня. Этих можно сравнять с землей. А Харьков они собираются забрать себе, Россия. С какой стати им уничтожать и настроить против себя мирное население? Это... Скажи мне, пожалуйста, зачем вчера самолет Ту-22М выпустил две ракеты в центр города? Ну, я тебе скажу, зачем. Он, я так понимаю, что одна ракета попала в ОГА, вода, потому что эти сволочи устроили штаб теробороны, не могли в каком-нибудь другом здании устроить. А кроме того, бомбили училище, это университет, институт Кожедуба, этот военный университет, и еще какое-то военное учебное заведение. Ну, есть немножко, к сожалению, в последнее время. Приезжают с Западной Украины, селятся, покупают квартиры. Угу. Ты меня можешь не проверять. Я в Харькове бываю каждый год, вот кроме ковидных этих лет двух. Я очень хорошо знаю ситуацию в Харькове. У тебя конкретные какие-нибудь вопросы есть? Что-то ты как-то потух. Ходишь по рулетке без вопросов. А кто по национальности? Русский я по национальности. Понятно. Путина поддерживаешь? Не, Путин хуйло. Раз он Харьков бомбит, Путин хуйло. И здесь, на этом перекрестке. Город говорит. И что? Мы их раздебали вчера. Как? Новости идет, не смотришь. Какой троллейбус ходит до вокзала? Номер какой? Еще раз. Какой троллейбус, но номер троллейбуса ходит до вокзала в Донецке? Там уже ни один троллейбус не ходит. Ну ходил какой раньше. Ебать, я тогда не был еще, когда он ходил, блядь. А что сейчас ходит? А сейчас нихуя уже не ходит. Да. А ты откуда, дед? Да я из Канады. Ладно, у тебя есть нормально? Что ты прикалываешься? Ты город скажи, где ты находишься реально. Я сейчас свой могу говорить. Ну, в Одессе другое дело, а говоришь, в Донецке. Это же разные вещи. Ты где, дед? Я в Торонто нахожусь, слышал? Песня такая была, Одесса не Торонто. Ничего себе, ты, дед, живешь там. Кенты-менты группа. Погугли. Хит 90-х. Какой-то год был лидером хита. Ладно, у тебя эхо большое. Настрой канал. Микрофон настрой, вернее. И здесь, на этом перекрестке. Ой, чисто проверка на харьковчанина.
Какой железнодорожный вокзал находится в районе станции метро «Завод» имени Малышева? Железнодорожный, блядь? Да, железнодорожный. Никакой там не находится. Я ебу, нахуй, нету там, по-моему. Ну, что-то ты не похож на Хакачанье. Там находится Балашовский вокзал, который в народе называется Балашовка, на будущее знай. Ладно, бог. Я типа вообще, блин, я не коренной Хакачанин, сейчас учиться быстрее. А, ну я, вот это другое дело. Откуда приехал-то? Я из Донецкой области, из Саранска. А, ну вот это другое дело, да. Я понимаю, а не коренного можно не знать, я согласен. У тебя вопросы есть какие-нибудь интересные? Я не знаю. Под запись для канала идешь, давай. Можешь передавать кому привет. Будешь на Ютубе. Передавай своим донецким привет, не хочешь, блин. И здесь, на этом перекрестке. Вы о чем? Радио Украина, вы откуда будете? Я буду в Торонто, Канада. Торонто, Канада? Ну хорошо, я тут россиян ебанутых ищу, ты мне не подходишь. Обожди, подхожу, я русский по национальности. А вот к тебе... Ну, нормальный русский. Нормально. Так, к тебе проверочный вопрос. Какая первая остановка с вокзала Харьков-Левада? Проверка на харьковчанина небольшая. Слился липовый харьков. А за себя он был совсем не разговорник. Да дурака валяли. Разговаривали. Почему же тогда в утилитарном государстве, Украина утилитарное государство, правильно? Великобритания утилитарное государство, Германия утилитарное государство, у них есть один... ...в соседней стране, 70 миллионов, они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо, ненавидят и будут ненавидеть всегда, просто потому, что мы есть и живем хорошо. Жопа. Мне не нравится черный жопа. Ты черный. Наверное, зря жалел Деникин хама. Их надо было брозгать да плетьми. А вот теперь ни воинство, ни храма. Демократия помойки диктует моду на мораль. Мне наплевать, а сердцу горько. Голодьбу всяку прочую. За станицы родные, за луга, за ливные, да за царскую вотчину. Каракашовский был. Мы сделали украинским угодным вечером. Пытаясь, да, Украина, которая создана группа кривичка. Не надо испытывать наше терпение. На любой выпад у нас есть достойный ответ. Вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаменами. От Харькова до Киева 480 километров, а до границы с Россией 40. Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой! С нашистской силой темною, с оранжевой чумой!
стоять.